друзья, вы на канале Kids Show Лапатуша. Мы сегодня делаем поделку пони. Это аппликация для малышей. Привет, друзья! Сегодня мы делаем поделку. Здесь у нас мягкая основа фигурки, самоклеящиеся детали, стразы, пластмассовые глазки. Это основа, лошадка. И на эту основу мы уже будем приклеивать вот такие вот фигурки, вырезанные на клейкой основе. Мы ее вот так вот отклеиваем. И вот эту лошадку мы сейчас приклеим на основу. Мы на основу нанесли клеевую, вот как на картинке. Соня, какой вот этот цвет? Фиолетовый. А вот это какой цвет? Розовый. Сейчас мы продолжим наносить. С клеевой основы снимем гриву. Давай, она легко отклеивает. Какая красивая у нас хорошо лошадка. Приклеиваем. Дальше мы берем какой цвет? Голубой. И приклеиваем хвостик. Да. Вот. Как следует ручками разгладь. Соня отклеила цветочек вот и приклеивает его на гриву. Дальше мы будем наклеивать копыта. Копытца. Все, копытца, что желтым цветом отмечено. Вот сюда? Да, правильно. Вот. Красивый, блестящий цветочек. Да, подойдет. Посмотри, может быть, на это она лучше подойдет? Да. Что это такое, Саня? Челка? Челка, вот не сюда. Не пчелка, а челка. Точно так же, смотри, выравнивай красиво клей. Будем клеить глазки и блестящие камешки. Приклеила? Да. Ой, как красиво у тебя получилось. У нас есть вот такие вот камешки. И мы их сейчас должны приклеить. Смотри на картинку, где какие стразики и клей. Да. Куда еще розовый надо приклеить? Так, вот розовый, сюда. Еще вот сюда. Вот сюда. Да. И беленький на синий цветочек. Красавица наша лошадка. Смотрите, друзья, что у нас получилось. Пони получилось просто великолепное. Да, мне очень понравилось. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши комментарий. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.